Всем привет, ребята! Сегодня я буду играть в Doors до 50 двери, так как саму 50 дверь я не могу пройти. Будем проходить остальные двери до 50. Музыка! Обожаю! Ладно, следует открывать лифт. Кстати, я в соло. Так как вы видите, уже я в соло играю. Кстати, 50 дверь я не могу пройти, если... потому что я не умею еще. Я на 50-й двери сливался много раз, но ни разу ее не проходил. Так что мы будем играть так. Как бы... Окей. Ничего вроде нет как бы сложного. Кстати, если кто не умеет играть в Doors, здесь будут монстры. А я буду их проходить. И вы узнаете, как это потом сделать. И вам будут попадаться такие. Самый редкий монстр — это амбуш. Потому что его можно встретить только на... Может, после 50-й двери его можно встретить много раз. Но я встретил амбуша на 5-й двери когда-то. Именно на 5-й. Ого, какая тумбочка! Надо посмотреть, мало ли здесь что-то будет. Я когда-то в этой тумбочке целых две отмычки нашел. Но тут все-таки ничего интересного нет. Ну, хотя бы зажигалка, чтобы хотя бы псыкалку отразить. Итак, здесь какая-то фигня. Так, идем. Ой, нет, шкаф. Шкаф. Ой, раз сейчас будет. Так, выходим, чтобы псыкалка нас не убила. Берем зажигалку. Еще одна темная комната. Смотреть ничего нет. Так. Теперь вы знаете, что делать, когда моргает свет. Кстати, еще в этом видео я покажу, как, собственно говоря, пройти Сика. Потому что я его проходил. Мне нужно искать ключ только в тумбочках. О! А чё так можно было, что ли? Все так легко на самом деле. Я бы, конечно, еще в тумбочках порылся. В поисках и витамину. Но я думаю, что это не обязательно. Итак. 17-я дверь уже. 19-я. А, вот тут надо вентиляцию выявить. Псыкалки не должно быть. А чё я зажёг позже так? Ничего интересного. Идем. Иногда Rush появляется... Иногда звуки Rush появляются прямо сразу. Опять он. Ого! Мне повезло. Кстати, если вдруг вы заблудитесь от Сика, то нужно использовать витамины, если они, конечно, у вас есть. Мне вовремя. Опять зажигалка. Обожаю. И поменяем картины местами. Сезам, откройся. 26-я дверь. Опять. Он меня ошибится, да. Снова? А, стоп. Даже глаза просто появляются. У нас Сик скоро. А я уже думал, в шкаф надо. Фу-фу-фу-фу. Кстати, не советую долго сидеть в шкафу.
Потому что вам снесут очень много жизни и выгонят из шкафа. Снова. Блин, я скоро зажигалку всю потрачу абсолютно. Ну, хотя бы хорошо. О, какие-то тумбочки. Ключ. Крил. О, большую тумбочку надо точно не пропустить. О, зажигалку заменю. Отмычка будет какая-нибудь? Не. Ну ладно, ключ вот. Это уже как какая-то 33-я. Это появляются глаза. Чего? Фух. Я вовремя. Когда же глаза появятся? Это уже 34-я дверь. А мне кажется, Сик здесь. Нет. Это еще не тот длинный коридор. Даже глаза появляться еще не начали. Где Сик? О, ключ. Че, так легко? На самом деле, так легко его нашел. Странно, а что у нас Сик? На 40-й двери, что ли, будет? Ага. Зажигалочка. Опять. Нет, 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 нет. А вот глаза уже появляются тут. Так, нет, нет. Да, вот сколько глаз. А, вот где мне и придется убегать от нашего братана. Тубы незаметно прочекаем. Да ничего интересного. Черная хрень влазит. Ух, воу. На самом деле, от него не так уж сложно убежать. На самом деле, главное просто запоминать, где нужно нажимать на шипу. Вот. Это же не главное, что сделать. О, руки. Ну, тут главное не попасться на голову, чтобы руки тебя не схватили. Ух! Сбежал. Как же встал. Странно, как он бежит. Уронит все. Ух. Не, не туда. Убил его где-то здесь. Во. Мне осталось три двери. А глаза, глаза. Короче. Там впереди, если у вас горит синий, это глаза. Нужно, главное, просто на них не смотреть. Снова. Шкаф падает. Еще что-то. Ладно, ребята, всем пока. Я дошел до 50-й двери. Все, всем пока.